Спортсмены готовы, показываем красивый поединок. Надеюсь, вы уже заметили, что чем тяжелее становятся противники, тем они все больше походят на медведей. Спокойно, уверенно, уже может быть скорости не те, но опасности ничуть не меньше. Напоминаю, поединок длится 6 минут. Первые 3 минуты спортсменам дается возможность атаковать, рисковать и выигрывать досрочно. И вы уже видели, что 2 из 3 наших поединков были завершены досрочно. Один болевым приемом на руку и одним удушающим приемом, знаменитым треугольником. Замечательно. У нас один болельщик еще идет в зале. Друзья, поддержим, поддержим. Скорее всего, противники хорошо знают друг друга. Очень хорошо знают друг друга, да? Судя по манере борьбы, каждый понимает, что любая ошибка может закончиться моментально проигрышем. Давайте поддержим их, поддержим, аплодируем. Была попытка забрать на удушающий. Но не все так просто. Надеюсь, вы уже заметили, основное количество борьбы, конечно, проходит 80% приблизительно в партере, то есть на ковре. Но сейчас уровень бойцов такой, что им даже сложно друг друга перевести туда в партер. И вот пока мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. Ведется позиционная борьба. Но время неумолимо течет, скоро закончатся первых 3 минуты и придется быть еще осторожней. Поддерживаем спортсменов команды, аплодируем, поддерживаем, даем советы. Баллы. Закончилось первые 3 минуты. Борцы получили по предупреждению за пассивность. И вы видите, это сразу их как-то простимулировало жестче бороться. Давайте поаплодируем, поддержим. Два очень опытных спортсмена. Я надеюсь, что сейчас все-таки бой закончится досрочно. Давайте, парни. Мы все следим за вами. Thank you.
Победу болевым приемом на руку одержал Гарапизов Юсуп, чемпион мира по джиу-джитсу. Друзья, вы видели, как быстро меняются обстоятельства? За долю секунды до этого.